сидели, сидели, нифига не клюет. Вот там вот синенькая сидел. Пошел разведывать местность. Вот там еще вон ходят люди. Что-то ловят. Наткнулся на вот такую вот двойную лунку. Кто-то делал. Сейчас попробую здесь половить. Есть у меня такая штука, эхолотик такой китайский. Сейчас проверим, что он будет показывать. Недавно приобрел. Рыба есть. Много, глубина 4 метра. Какой-то спад. Еще рыба. И все, тишина. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что можно поймать на без мотылку. Зацепил все равно этого мотылю. Сейчас посмотрим, что-нибудь поймается, не поймается. Будем потихоньку сверху вниз идти. Наконец-то вот возле дна какие-то уже поклевочки маленькие начались. Пару раз была поклевка. Видели, видели? Сорвалась. Ладно, это уже показатель хороший. Ах, сорвалась. Ну, две уже поймал. Вон маленькие лежат. Две штуки. Один ёж, другой окунь. Но фигня. Вообще, конечно, хотелось бы что-нибудь покрупней. И плотву. Потому что сейчас именно за плотвой приехали. Thank you.
смотрю, флажки жерлицы от камыши торчат. Не знаю, закормлено это или что, для чего, как бы тут камыш. Ну, давайте забуримся, посмотрим, с какой целью. Тут камыш, может, тут рыбка есть, кто-то разведывал, не знаю. Место со своего предыдущего, вон оттуда, видите, где палаточки. Блин, ветер тут вообще жесткий. Ну, сейчас посижу, если клевать не буду, нафиг уйду отсюда. Вообще что-то нигде не клюет, просто трэш какой-то. Сегодня вообще клёва нет, вообще невезуха какая-то. Даже не знаю, как сесть правильно, чтобы меньше ветра было. Я понял, что быстрее вручную смотать, чем этот этой штукой, катушкой. Поэтому вручную смотал. Посмотрим, какая там глубина. Я вот на 5 метрах сидел. Какая здесь будет, даже не знаю, тут ни разу не ловил. Ну, я думал, жерлицы сначала стоят, смотрю, флажки. А это, оказывается, кто-то камыш поставил. Что там? Тонет, не тонет. Наверное, все. Тут, наверное, мелко. Надо подмотать. Посмотрим, кто тут будет. И будет ли тут вообще кто-то. Эхолот у меня, в принципе, с собой. Но на таком ветру я уже доставал несколько раз. Холодина просто страшная. Руки отпадают. Поэтому как бы не стал. Еще раз сейчас. Вообще подымает.